Всем привет! Настало время записывать видос по танчикам. Сегодня я решил покататься со звуком. Такой достопримечательный момент, да? Значит, учетка сегодня у меня такая же, как и на прошлых двух видео. То есть это донная, блядь, вообще пиздец. С одним более-менее приличным танком, да, на котором вообще можно хотя бы, блядь, не стыдно в бой-то выезжать. Шестой уровень — это СУ-100. Также БТ-7 артиллерийский, да, на день рождения варгейминга. И Реноутсу. Ну, Реноутсу я вообще не считаю, то есть это хуйня говимая. Поэтому давайте поедем все-таки на сушке. Запускаю бой, поехали. По-любому в бой сейчас загружусь самый-самый-самый последний. Я не знаю, с чем это связано, но когда я первый раз запускаю игрушку, когда у меня получается всегда, что я в игру загружаю самый последний. То есть, блядь, игра уже началась, все уже когда-то уехали, блядь, на другом конце карты. А я только сейчас загрузился, да, только сейчас поехал. Бывает, меня уже выебали, а я только загрузился. Ну, такого у меня только первый бой. То есть, второй и последующий бой. Ну, сейчас у меня, конечно, 20 секунд, что-то начало. Сейчас, конечно, очень хуёвая у меня ситуация. Я в самой хуйне, в самой жопе. Ну, то есть, когда я в жопе, команде слив не угрожает. Как там, блядь, принять? Во. Во, шикардос. Бой начинается. Поехали, ёптать. Где там яга моя? О, яга, я за тобой еду. Яга, яга, яга. Что-то как-то, блядь, громко сейчас двигатель слышу у танка. Громче, наверное, чем я. Очень странно. О, блядь, яшка, 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 яшка. Не знаю, можно ли доехать сейчас. Вон еще одна яга. Ну, поехали, ладно. Что за карта у нас? Ласвель. То есть, максимальные настройки графики. Все дополнительные спецэффекты включены, кроме размытия в движении. То есть оно мне, блядь, мешает, оно меня бесит. Нихуя с ним нормально не поиграть. Ух, 70 тонн какой-то тяжелый. Тяжелее со 6 гораздо, блядь. Ну, поэтому такой медленный. Ах. ИС-5, КВ-4. Да, кстати, насчет аккаунта я загорел с самого начала видео, да? Хочу сделать конкурс, наверное, сделаю на следующей неделе, конкурс с розыгрышем аккаунтов, то есть на аккаунтах прям техника, такие как, и вообще пиздатая техника какая-нибудь, вот, такие как КВ-5, ИС-6, там Т-34, Суперпешинги и все в этом роде. Охуенчик, я сейчас танканул, блядь, как царь. Вот, насчет аккаунтов, да, не договорил, наверное, этот пидор отвлек, блядь, Т-34-85. Зарядимся голдой, похуй. Так вот, сегодня я их приобрел, все эти аккаунты. Где приобрел, не скажу, это большой-большой секрет. Ну, приобрел не так уж, чтобы дорого, довольно-таки недорогие аккаунты, то есть... Охуенное качество, их никто не вернет, не переживайте. И их разыграю я на следующей неделе. По крайней мере, постараюсь, да, провести этот конкурс. То есть там безвозмездно нужно будет просто подписаться, поставить лайк, да, и поделиться моим видосом, там, допустим, в социальной сети, там, ВКонтакте, без разницы где. И что-то я так выехал. Вот возможность выиграть аккаунт с охуенной техникой. В
выбирать я буду победителя рандомно. Но, блядь, не так, как это делал EGM, да? Вчера буквально. Как-то, блядь, уебански. Два каких-то, блядь, ебучих рандома. Фейковых, как многие люди говорят. Я сейчас поиграю, наверное. Ну, похуй, поехали. Вауч. Блять. Уходим, уходим, уходим. Ладно, давай посмотрим моего одновзводника. Ну, блять, я тебя уже понял, что это ты. О, мой одновзводник тоже сдох. Уебок. 4-9 это слив. 4-9 это слив. Так что вот, да, разыгрывать буду аккаунты не так, как это делали в EGM, позорно, блять. А по-нормальному. Рандомом. Я не думаю, что там будут миллионы человек, блядь. Хотя была бы 1000 участников, было бы уже заебись. Вот. Да, я покинул, нахуй, мне нужен уебок какой-то. И разыграй, ничего виснуть не будет, лежать ничего не будет. Все будет красиво, пиздато, и самое главное. Лайки я буду отдавать вместе с почтой, то есть вы получите пароль от почты, то есть сам email, перерегистрируйте на себя, и привязки к телефону не будет на аккаунте, не спиздит у вас. Сейчас видите, четко загрузился вообще одним из первых. Эти хуесосы еще стоят, а я уже, да, я тоже стою. Внимание на квадрат V0. Хуль да смотреть. Я поеду сейчас влево. Сейчас поеду как телочка влево. Не знаю, правильно я делаю. Сейчас на барахан просто заберусь куда-нибудь, буду стоять. Постреливать. Давай голдишкой зарядимся. Похуям, в принципе, на деньги. Та учетка у меня не основная. Но играю на ней третье видео подряд. Ну так просто складываются обстоятельства. Чух, тут, наверное, никого нихуя не достану, да? Не, ну почему? Сюда куда-нибудь можно пульнуть. Так прилично. Кто там хоть, блядь, где? Кого увидели-то, девочки? Девочки, может, за вами сходить? О, Демакс какой-то, блядь. Кстати, у меня был Демакс именно на этой учетке. Там год, полтора года, может даже 2 года назад. Я не знаю, когда у меня эта учетка создана. Я вроде тогда еще учился. Был на первом-втором курсе. Закончил я 2 года назад. Если мне память не изменяет. Она меня, блядь, часто изменяет, но думаю, не в этом случае. Так, М6. Сейчас получит у меня пизды, если выйдет. Я так считаю, что она получит пизды, если выйдет. Вы-то можете считать по-другому. Можете считать, что я получу пизды. Он это что какой-то поза, блядь, стал ебучий. Клоун, блядь. Я не брезгую вот так вот захватывать цель на правую кнопку мыши. Блять, кто там, сука? Я же засветил. Блять, еще один пидор. На нахуй. Ваншот, блять. Ох, еще два петуха. Вон Джексон или кто там, Хуексон. Сейчас мы его ебнем. Эх, ты вон того петуха. Угандонь. Да, они съебались. Как увидели папку, все съебываются. Папка штащит, блядь. О, М6, тебе пизда, ты поиграла. Девочка моя, ты поиграла.
Нихуя себе. Вы чё, ребята? Вы чё, блядь, охуели? Сейчас точно тебе пизда, девочка моя. Не, не туда не выйду. Ты потерялся из виду, блядь. Я тебя боюсь. Хотя хули ты мне сделаешь, блядь? Ты мудак, нихуя ровно что-то мне не сделаешь. Ты, к тому же, за горой можно выезжать спокойно. Ну там Т-34-85 его контролит. Блять, давайте его пидораса починим. Как он там чинится? 6. 6-4. Во, все. Теперь у меня нормальный экипаж. Ж-ж-ж. Кстати, там на горе, по-моему, еще Т-34 стояла, да? Там-то кто хоть, блядь, высунулся. Артоблядок. О, Т-34, здравствуй. Родной, блядь. Ну хули вы хотите, блядь? Я же папка. Папки бы свой дамаг хотя бы отстрелять. Точнее свой дамаг, а хотя бы прочность своей машины выстрелить. Ну кто там, блядь? Опа, куда ты выезжаешь-то, дружище? Тебя сейчас он поимеет. А, так он тебя не видит, наверное, да? Блять, я шатаюсь как пот вообще, блять. Надо отсюда уехать куда-нибудь. О, сейчас он выйдет, я ему ёбну. Сука, скрылся. Ничего страшного, блять. Ничего страшного. Даже у папок таких, как я, блять, нагибальщиков великих, бывают такие моменты. Это все семечки, на самом деле. Кто там у нас, блядь? О, я для этого я для этой хуйни ваншотный. Уже надо для меня ваншот, но она далеко. И все это неправда, поэтому. О, это 34 где-то был вон там. Поехали его выебем, что ли. А, нихуя он не там, он далеко. Бам, блядь, как лох прямо сейчас сделал. Как лох. Как реальный лох, блядь. Не лох даже потому, что со мной рта на одной скорости едет примерно. Арта хуй рта. Т-34, сейчас тебя пиздану, блядь, тапком. Иди сюда, сука. Иди сюда, блядь. Где там? О! Пидор, блядь. Подсосал. Ладно, я не буду никого ругать. Мы, ребята, молодцы. Самые красавчики, блядь, вообще. Четкие ребята. Затащили эту битву. Ну, конечно, я папка, блядь. Без меня бы они нихуя бы не сделали. Будем смотреть правде в глаза. Сейчас на этот бой, пожалуй, будет последний. Да? Не буду больше играть. Ну, записывать. Сейчас посмотрим результаты. Ну, дамаг минимальный, небольшой. Нихуя вообще никаких наград, ни медалей, нихуища. И на 11 шел в минус. Нормально. Тут команда прикольная. Так, ну ладно, ребята, все. Всем пока. То есть удачи. Ставьте лайки или дизлайки.